аккуратнее с выражением. Миш, хватит про магу шутить уже. Надоел. Осуждаю. Вот тут осуждаю. Такие шутки твои. Они до добра не доведут. Прямо. Так, микро, ты. О, приглас пришел от Косова, да, блядь. Да, но мы с Косова играем. Ебать, неожиданно. Все, поехали, давай, ставим. Вот это поворот. Давайте. Бля, давайте посередине. Будем, а им белую, да? Да. Если нам за это осев что-то сделать. Ну давай в белый будем, а им белую. Осев на следующий раз. Найдут повод, блядь. Сейчас за название ТП не будет, и все пиздец. Надо было написать. Надо было написать Russia ACF top, VPG low. Да не нормально, ребята, у нас админ как бы свой парень. Не въебут. Наебал. Все нормально, схема встала, поехали. Смокер также пятерочка. Запомним, как ты забивал? Раз в пять матч, один гол. Раз в десять. Ты плотнее в центре поля. Да. Хорошо. Блять. Немножко тебе помешал. Чуть-чуть совсем. Капельку. Игорь, чуть по, давай под меня будешь забегать постоянно. Повыше, я слышу. Хуя, не ебать. Опорничков там разберите, форварды, чтобы они через них не катали. И мы не ебать. А чё по коннекту-то у всех парни нормально у всех? Да, вроде. 45 нормально. Не спеши, Жень. Еще верни. Или так, да, дальше 2.5. Беги, Жень. Ладно, Миш, беги ты. Буду на втором один. Назад, да. Хорошо. Маш, через... Не, через сопу, я под сопу сразу. Да, через пальцы спокойненько, да, попроще. Тут. Вот она не. Это не перекат был. Я понял, играйте проще, ребят, это челики, ну, хорошо. Ну, играть умеют, как бы, да. Не пираты. Ну не брандит был сейчас. Ну заебали через меня делать пар. Ебать, он мне очку дал пас. Отлично. Голочка. Да. Они при защитника, да? Я его не заметил. Надо, чтобы поддерживать. Выжимайте на фланг. Смокер, смотри внимательно, если проф на фланг сваливается. Ну что, два опорника? Да, ладно. Так, и что мы делаем? Не пускают. Давай. Давай через бакса и переводи бакс на правый фланг. Не, это пизда. Тогда нельзя переводить. Я вперед лучше. Переводить, не только вперед играть. Женя, почему надо проще? Это, блядь, челики нахуй с европейских фастов. Я всех их знаю, блядь. Нехорошо играют очень. Нельзя туда. Ну хорошо. Тогда проще. Давайте немного, нам нужно успокоить ситуацию. Вот так вот пойдет? Давайте немного успокоим. Да, все спокойно. Хорошо. Хорошо, я сыграю на КЗ. Спокойно катаем. Уверен. Цоп. И все. Ну, в одно ему уже дало. Спокойно, они цета будут выводить, не лезь. Да. По бровке сейчас есть. Аккуратно. Есть. Нормально. Старайтесь по бровке форварда запуститесь. У нас форварда 2 штуки, они по бровкам ходят. Игорь, будь наготове. Миш, блядь, ну ты подойдешь. Всегда будь на острие, Игорь. Как не помню, выбеги перед ним, потому что он пытается тебя читать и перед тобой стоит. Также не дергать, главное цет, ребят, главное цет. На CZ-шников можешь по сути вообще не бегать, Игорь. У них 3-5-2 в 2 опорника. Старайся придерживать, присматривать за одним из опорников, который дальний. Ну, бля. Хорошо, пойдем спокойно. На полную, Дим. Направо, Дим. Можешь мне, я скину. Я высокий. Так, кстати, эта тема работает. Подбор. Без мяча мы пиздец бегаем. Ну да. Центр поплотнее. Ну так не надо этого делать. Не надо. Подожди, дай на позицию ставим. Можешь мне на правую руку это. Отлично. Бал забегай. Я вообще-то в касание давал пас. А я тоже так думал. Отлично, смотри, хорошо. Я что-то не
Давайте попробуем, ребят, чуть-чуть развернуть атаку, да, оказались справа. Чуть без КЗ, КЗ на цепа. Давай, давай, хорошо. Нормально, боремся. Подбор, ребят, подбор, забирайте. Подбор. Хорошо, отлично. Подбор, не бойтесь. А, у нас первый цепи, ложный, да. Второй не ложный. Давай, на Ване. Или на профа. Есть, было. Спокойно, цепа ищи. Хорошо. Нормально. Давай, Игорь. Молодой, молодой. Молодец. Тихо, давайте не будем радоваться. Нет, Никита, просто нет. Вон. Бля, ну, пиздец. Ребят, СЗшники, не лезьте на них, когда они нас атакуют. Они ждут, пока вы выдернетесь, Никит. У них игра, Никита, всегда построена. Ребят, играем так же плотно. Плотно играем, игра мега скинфирована. Это очень жесткие парни. Играем на конскации. Это нихуя не Косово, блядь, если кто не понял. Это, блядь, сборная Германии в той или третий состав. Да понятно, блядь, Косово не существует. Осуждаю. Это то же самое, что и Узбекистан. Давай, давай играть так же по опорникам, давай, Игорь, давай, так давай, же ловко. Все, спокойно. Лакер, тяни время. Лакер, твой лакер, Волынин, ладно, не уходи. А ты время слышишь, можно дефлейм? Нет. Давай, брат, играй. Здесь за это банят. ТП ставят. Не спешите, через СЗ можно играть. Отлично. Хорошо, там. Миша, останься в штрафной, не ходи, чтоб форвард был. Ищи, ищи. Подбор, ребят. Все, спокойно. Назад бегите все. Да, отскакиваем, отскакиваем, отскакиваем. Высоко линию подняли. Бегите назад в таких ситуациях, потому что они будут сквозными проходить. Понял. Давайте, ребят, спокойно. Успокойтесь и в защите покатайте, потом выйдем в полузащиту. И Дим, беги назад, когда они так выходят. Ты зря на месте стоял. Мишну. За спину беги. Есть, Вань. Назад сыграю. Тихо, тихо. Ой, блядь. Чё не пяткой? Подходи к нему, Серёг, когда опыт нужен. На дельфина было. Всё, Макс. Центр также, ребят, главное центр держать, плотность. Не подпускайте их к нашим СЗшникам. Охуёво. Все, с опорником смотрим, будет с этим. Отлично. Доставьте до меня мяч. До меня. Спокойно. Справа вообще один на фланге стоит. Еще дальше есть. Открыть. Миш, забегай по флангу вперед, дай мне. Тихо, хорошо. Блядь. Не, не сядь даже. Последняя Блядь. Секунда. Ну что-то вообще, блядь. Не, отскок с приемом, вот вообще, блядь. Да, хуйня, забей, забей. Давайте, ребят, забили, давайте, смотрите, ребят. Просто чуть поспокойнее, просто вдохните. Справа бровка в защите, так, вдох сделайте, подышали. Дали на радвайт опасно, радвайт развернул. Ребят, атаки вдохнули. Не разворачиваются. Я когда говорю, защитники, поиграйте в пас, значит, хотя бы разверните атаку, и дальше там уже до лучше дойдет мяч, лучше уже там запустит баксы или даст пас. Ну, мы левым флангом, да, вообще не играем. Я не говорю, что мы сейчас должны в защите катать, но просто говорю, что хоть чуть-чуть, ребят, через задницу. И давай, Игорь, тот же самый план, попытайся на тебя сыграть, Игорь. Пасы хорошие. Бакс, отлично. Пасы заебись, да. Ребят, надо просто это... поиграть спокойно между собой. У нас какой-то мандраж. Так, давай под заброс, Ваня, уйди вниз. Ваня, давай, уйди вниз, под заброс. Куда именно? Отойдите справа, отойдите, ребят, вы тут... Забрасывай, Дим. Забрасывай, Вить. Надо подбор забирать. Подбор. Куда ты летишь, Витёк? Не летите. Хорошо. Нет, сразу. Есть. Ну так сыграем. Сказал бы, Игорь. Тихо. Я сам не знаю, что это делать. Что-то они намудрили немножко. Миш, мне кажется, тебе чуть повыше цифры, надо, да. Потому что ты опускаешься, и они спокойно просто катают вот в защите. Опорников, главное за опорников забери, Миш.
Просто нужен еще один чуть выше. Да бля, давайте поделим мяч. Они очень много играют через опорников, поэтому форварда заберите просто. А, давай, давай, давай тогда подержим, окей. Все, поменялись. Хороший дистанс. Бровка есть. Верхом, низом. Еще вот. Не, блядь, я, наверное. Нормально. Я же сейчас подбежи. Обратно. Можно по флангу? Не засовывай. Не засовывай, видишь, он немножко теряется. Есть. Назад играем. И налево. Подпас, давай. Сука! Если не замах достал. Это двойной просто. Давай, короче, под X попробуем. Да вы так высоко поднялись. Их не нужно высоко, сейчас не нужно их высоко встречать, да. Ребята, все равно выйдут. Можете назад и опуститься, опорники, опорников главное забрать, и все. Давай, три по два. Игорь, опорника возьми. Просто вдвоем, у каждого по опорнику, каждый с ним бегает. А ЦЗ пусть перепасовываются, они ничего не сделают. Максимум заброс. И щита стоит спокойно. Они так против рубежа играют. Все, теперь туда опорников. И ЦПшников своих не теряйте. Вдвоем за одним бегите. Второй темп, мужики, вы все в штрафную заходите, а кто второй темп играет? Играю. Есть, если что. Ничего страшного. Бля, попытаюсь давать. Да не бейте, не трогайте его, он сейчас развернется все равно. Дисмас, вот я на тебя вот сюда занавешу. Можешь дальку навесить быстрее? Нихуя не помог просто. Подбор забирайте. Там на ближнюю крутую. Скину. Забирают лишь. Есть половина. Блять. Ну что это за разворот нахуй? Да, аман. Назад, ребят, назад подсядьте. Не лезьте так вот. Подбор. Ведь не ходи так высоко пока, особенно когда у них два игрока сзади, чтобы ты как ЦЗ успелся, что за форум. Ребят, ну в центре, блять. Я бы его перехватил сейчас есть. Покомпактнее немножко в центре. Подожди, отлично. Сыграй центр. Ну. Хорош. Дальняя волна. Нет. Хорошо, разыграй. А наш, понимаешь. Нормально. Тихо, все. Без комментариев, игра. Я хожу. Да низом, да сыграйте вы низом, ребят, что вы творите? Не надо эти навесы. Но он сам был сейчас просто, я думал, он выскочит. Не надо, убирайте навес, там двухметровые шпалы, они в 30 же играют. Низом играйте. Отменяйте баксы и другие навесы. С игроком, мужики. Я кое порник. Ты понятно. Не вали его, спокойно. Хорошо. Умница один. Справа. Не, я справа. Справа, дай. Еще дальше. Тихо. Есть. Хорошо. Ваня, есть. Вот так вот, спокойненько. Нет, верни. Я ушел. Куда ушел-то? Я один стою с тобой еще. Блять. Я под право можешь попробовать не на фланг вынести, а профессор забегает. Да, давай спину. На волыну, а волына будет сейчас. Чуть не додачу, если получится. Давай, такая, да, давай. Сделай, закидуху. А, я понял. На меня идет. Вы хорошо. Хорошо, смотри. Лезь. Еби, еще Игорь. Давай. Отжимай, отлично. Блять. На тебя нормально. Наш мяч. Твой лукиш. Хорошо, лукиш. Офсайд. Играем. Не бери этого так, он все равно не отдаст вот этого, лучше возьми, который сейчас будет ходить в суду в штрафную. Mm-hmm. Я думаю, вряд ли они будут низами. Вот, Ваня. Еще, Ваня. Пусть нервничает. Можешь мне... Вот быстрее. Прикройте. Отлично. Сам иди, Вань, сам ходи. Давай, доставай. Иди, Вань. Витю аккуратненько там на. Там в центре. Заткнись, блядь! Пас обычно. Верну. Аккуратно. Давай, еще бакс. А, я думал, убежишь. Хорош, бакс. У тебя есть бакс, я, куда хочешь. Да куда, блядь, это на профессора было, блядь? Я в ахуе, как так можно было ногу завернуть, блядь? Сейчас гол был бы.
Забирай. Справа. Ах, сдец. Давай, давай, направо, на выбор. Блять, нихуя не тяну. Что развернуть на этот бакс? Не понял. Давай, давай, давай. Дальку спокойно держим, спокойно забираем. А почему меня вообще притянуло, блядь? Сдец. А, последняя секунда. Хорош. Пиздец, блядь. И еще как-то меня притянуло тем, что... Нет, нет, нет. Ну, сделай. Неплохо на самом деле с ними. Сделай статус. Нормально, угу. У меня в конце касания, типа, я даже ничего не делал, у меня просто скачил. Да, я не понял, блядь, почему нахуй меня тянуло. Это мне, я типа, не делал как... пас, это я кидал. Я понимаю. А у меня отскочил мяч после тебя. Поливать матч? Сейчас, подождите, он статус. Ну, про статус. Ты можешь ливать, я же сидел. А, чуть-чуть не хватило, когда мы разворачивали атаки, Игорь, чуть-чуть, чтобы ты подбакс, потому что ты стоял за игроками, ну, типа, чуть-чуть при разворотах. Ну, ребят, просто надо больше разворотов делать. Слишком как-то эмоционально отыграли этот матч. Ну, защите 5 с плюсом, защита охуенно отыграла, ребят. Да плохо сыграли. Ну, защита... Да ну, блядь, ну вы одну ошибку сделали за матч, камон. А сколько было атак? Вы молодцы, что защита, что полузащита, ребят, красавцы. Ну, ребят, там очень сильно ребята, там челы из топ-10 ВПГ играли. Ну, которые играют. Ну, это отвратительный был. Ну, перст плавал, прям пиздец. У них это команда, если Ваня знает, это Rising Crane. Это легендарная команда Rising Crane. Там. Это она, я их знаю. Немцы. Да, да, там несколько человек из Rising Crane. Хорошие немцы, хорошие. Короче, да, это хорошие немцы. Скакал. Выходите все. Вот этот R96X, типа, да, ну. Ну, блять, я вообще не понял, что это была за хуйня. У меня типа пинг 50 было, типа я вроде разворачиваю, чтобы типа побежать обратно, а у меня игрок не разворачивается. Да, 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 он не разворачивается, не бежит обратно, у меня то же самое было. Не, я хотел... Я вот вы видели, наверное, пару раз пролетел, но я там бежал назад, я не знаю, что это за хуйня. Да, 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 вот в одну сторону вроде меняешь движение, а он не бежит, через секунду только начинает бежать, да. Это обломно, очень обломно. Задержка. Ну а что, так всегда будет с европейцами там. И вот это, да. Вот прием, это вообще пиздец, как я отскочил. Сейчас дома будем, будет легче. Да. После пизда, главное... ты пас нахуй был, я в ахуе. Смотри, главное чуть разворачивать, все. Блять, ну я тоже видел это забегание, вроде бегу. Да? Это ты обычно пас давал? Да, это просто на крест, я в одно. Я просто на крест давал в одно касание. Просто чтобы он ему низом покатил, он уже въебал. Не, ну. У пацанов не получилось. Я знаю, что пытаются сделать, но у них не получилось. Ну там не сказать, что прям лютый пиздец состав, просто хорошие европейские игроки. Там нет такого, что там пизда, блядь, звезды, но просто, ну, хороший состав. Боссы. Я так понимаю, пас там притянуло на метро, типа, как бы. Ты имеешь в виду, где мяч, я принял, он скатил? Нет, нет. Когда на 80-й минуте я в штрафной катил одно касание на профа, а пас в итоге пошел на линию. Если бы ты на меня туда четко бы дал, я бы там вышел. Вообще, Жень, такое ощущение, что что-то со стиком, потому что я был прям под тобой. Ну я... да, я видишь, это то же самое, что было вот в этом. На в... тренировке, у тебя да, со стиком да. Какой-то хуйта, брат. Вот, мне тоже интересно, есть такая реальная хуйня? У тебя, короче... Да, Жень, если у тебя джойстику более года, то он тебя люфтит левый стик влево. Это стандартная хуйта. Я вот недавно менял, только такая же херня была, Жень. Заебись, всё. Я понял, нахуй, все. 5 косарей, вот новую зарплату от этого, Эмиля. Ну, джойстик, блядь.
Не, это как доп. Выплата. На расходники проси. Как вариант. Во сколько начинаем? Через 4 минуты. Тут надо ебать. Надо подъедать их. Одно очко, блядь, маловато. Ну чё? Ну чё? Ты меня слышно? Да. Че там по лягушатникам-то? Как я понял, Женя ждет инфа Таймана. Или отошел вообще куда-то? Смокер, ты довольный дебютным голом в первом матче? Жень, ты уже скажи, что там с Францией. Они в 15 минут, вот сейчас, напишу. Они мне писали, готовы в 15, я говорю, да. Мне кажется, может так мы же дома. Ну, мы их зовем, по идее, да. Название спросить бы, набрать. Сейчас спрошу. Он уже написал мне. Мне кажется, там будет этот. Что-нибудь Франция, EA Sports, что-нибудь такое сейчас.
там штрафные. Никита, дай валы не все. Лампа. Сейчас. Отдал. Я ему пишу название, он мне пишет одну минуту, блядь. Название забыл, что ли? Французы, блин. Вот ебло. А ты в Фейсбуке что ли или в Дисе общаешься? Что-то пишет. Пиздец, у него X Ликун. Лизун получается. Любит походу, понял? У них один игрок идет, ебать. Он мне уже написал готовый, блядь, а потом нахуй сам что-то соскочил, блядь. А название так и не скинул, да? И название так и не скинул. Вот мозгач, блядь. Типа, чтобы нам не было, ну, куда кидать. Что? Мы же, типа, их должны пригласить. Да просто попробуйте на Францию. Я уже два раза попробовал, две разные команды там, ну, никак не относящиеся. Франция спортс нет, да, такого? А в ПГ Франция нет? А сейчас набирал просто Франц. Попробуем, что ПГ Франц. Ну да, нас они хуй вообще найдут, Раша. Пускай, блядь, ответит, ёпта, пидорас. Опять что-то пишет. Пишет. Technical defeat. Ебать, никто, блядь, нахуй не догадался бы. Франция, FFEF. ФЕФ, блядь. Ну, после Франции... ФИФ. Интересно, как это расшифровывается. Это расшифровывается France Football Esports Federation. Потому что... FFEF, да? Да. Две F, потом E и опять F, да. Что в реальном футболе у них FFF называется, France Football Нашел. Federation, а тут France Смотри. Football Esports Federation. Поехали. Походу ребята, блядь, нормальные там собрались. Думаешь? Ну раз FFF, F, это получается... Не... Красный будем, да? Да. А им белую, да? Да. Да? Я, кстати, еще ни с одной нормальной Францией не играл. Походу, сейчас будет первый раз. Да, походу, да. Ну, получается, один раз не пидорас. Ну, блядь, через неделю еще раз, да? Ебать. Сейчас посмотрим. Бля, чертовагал. Да-да-да. Ой, это Антон Шунин на воротах. Я жестко вообще. Вообще, у меня коннект какой-то пиздовато сразу, блядь, чувствую. Бля, вообще, нет проблем. Ну, что выйдем? Давайте посмотрим, что такое. Ой, ебать, что за газон, вроде нормально. Это вроде огород не... российский, ребят. Вы должны знать. Бля, пиздец. Вот ты угорел. Для бабушки волны, огород лучше, ты чем? Чтобы если проиграем, была отмазка. Хороший, Серега. Блядь, ну ты и поле, конечно, пиндюрил. Блядь. Да похуй, играем. Я доточился, чтобы что-то увидеть.
Зато, блядь, иконки, видимо, мячик, блядь. Забирайте, хорошо. Отлично. Давай, Игорюша. Блядь, нахуй перекат ты делал, просто ударь. Да все, какая разница, все, давай, давайте успокойся. Не-не, я же не пихаю, я любя его. Так же, Игорь, забегай под меня, я тебя выведу еще раз один на один. Так же собрано в полузащитке, в оборонке. Отлично. Я забегу на тебя. Не надо, не надо. Ты ему ебало сломал, Михаил. Просто метово на дальку. Почему Игорь на дальку не бежит? Да мета же реально. Метово — это между КЗ и СЗ. Между КЗ и СЗ. Давай подожмем тут. Если проф, короче, получается, всегда на правом фланге тусуется, то старайся на дальку бежать. Либо там на ближак, по ситуации. А то ты... Бля, у меня такое ощущение, что у меня настройки камеры сбились. Не спеши, Сёк. Есть, есть. Сбеги. Есть, Вань. Да. Как тебя в следующий раз? Да нет, я подожду твоего. Я сейчас откроюсь. Есть, есть, слева, 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 слева. Сори, долго. Единя, не поднимайся так высоко. Не кидайте вообще на КЗшников в таких ситуациях, а то мой фланг проёбывает. Есть, есть, Вань? Брандет? Брат его. Барбос. Импортный брат. Чемпион. Закали, закали, Фланг, возьму. Я возьму. Да, все нормально. Отлично. Хорошо. Не спеши, Никит, в касание играть. Ладно, умничка, отработал. Хорошо. Спокойно, ты между собой. Либо... Есть? Я тебе пихну. Я попробую зайти, Ваня, в том-то. Блядь. Адам на цел входит. Не спеши. Это Витёк тут рассекает. Хорош, хорош, хорош. Витёк — это чайник. Забросит, держи. Хорошо. Спокойно, спокойно. Есть бров, ну-ка. Там бров. Да, можно поздно. Фиолетовый в центре. А, все уже поздно. Все уже поздно. Все, все, отлично, вышли, хорошо. Тихо, тихо. У меня широко нет никого. Я сильно пришло. Есть. А, он не отдал одно касание. Не отдал одно касание. Не-не-не, там нужно Игорь, чтобы меня запускал. Хорошо. Да. Он на мне просто висел. Если... Вот сейчас видишь. Игорь, под X откройся. Под X. Прячься, брат, не прячься. Нормально же. Нормально же. Забегайте в основном нападающий двух, ну, или сонер. Брови. Охуенно. Я просто... У меня без ускорения был. Да я видел. Все, спокойно, держи позицию. Также опорников, видите, они через опорку разыгрывают. Да, 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 да. Я по зеленым играю. Тогда я говорю, что пизду в центр второго бери. Хорош. Скину. Хорош. Миш. Профа. Отлично. Хорош. Бегу. Сука, не, ладно. Давай сразу, получится? Давай. Скинуйся. Хорошо. Да, блять, что у вас нахуй тянет? Нет, двоих? Да, блять, нахуй. Блядь. Хорош, здесь масс. Еще туда? Дай на меня. Бакс. Не-не-не, погоди, погоди. Есть. Бакс. Отлично. Отключи фланг. Отлично. Мяч, спокойно, мяч, спокойно, мяч. Спокойно, Игорь, готовься. Отлично. Главное, под меня. Пошире, пошире. Нет никого, пошире. Пошире, иди, не смущайся. Конечно. На опорку. Миш? Ой, бать, забегу. Отлично. Беги, Игорь. Да, он же не выскочит. К этому. Хорошо. Блядь. Никита, тайминг. Есть, есть. Хорошо. Блять, между. Отлично. На меня скажи. Хорошо подобрал. Отлично. Еби-еби-еби. Еби-еби-еби-еби, агрессивно. Лучше забирай. Хорошо, лучше. Красавчик. Опор, Ника, возьмешь этого, Миша? Серый приходит тогда, если я этого возьму. Попытаюсь. Отлично. Хорош, блядь. Умница, Игорь, так же сделай. Кумир молодежи. Игорь, чтоб не путаться, только под меня, брат, забегай. Пойми, на меня промежуточный пас идет, и когда откроюсь, как цап, и ты под меня забежишь, все. Проще всего действовать, чтоб ты не был в офсайде, когда у меня мяч.
Понял, блядь. Сегодня разговариваю. Отлично. Бакс есть, я есть. Можно. А, начинает крыть. Бакс был. Вообще страшно. Давай смотри сейчас дальку волыну. Я сейчас на ком брать буду. Забежал. Давай. Вот сюда. Вот сюда. Волынки. Братья, братик, ты подскользнулся. Да, я вижу. Летел неплохо. Давай так же полку перекроем, да и все нахуй. Да, поэтому я не говорю не уходить к КЗшникам. И ЦЗшников, на ЦЗшников хуй забейте, они через них ничего не сделают. А вот опорку, блядь, это пиздец, их не паст, сразу перекроется. Спокойно. Отлично. Все, бакс там. И Игорь. Игорь, можешь чуть в центре. Игорь, оставайся выше. Опорку, опорку затягивай. Выше, успокойся. Успокойся, Игорь. Ой, не Витя, а Игорь. Выше просто. Фланг, отлично. Я дальним кину. Можешь на валы, можешь на валыну, а валына скинет. Я сквозной даю. Да не. Давай, у тебя не было офсайда, отлично, живи. Меняемся, меняемся, уходи. Хорошо. Попробуй, противоход. Ладно. Есть, 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 есть пас. Забегай туда кто-то. Есть. Наверх. Нет, через сок. Еще, еще. Еще ему же. Зря ты на него полез в открытую. Вот сделал финт, можно было в фланг. Туда должен Бакс забегать. Бакс не успевает, поэтому... Ну да, не хватает жесткого. По моменту. Забегания. Там жесткого забегания не забегает, но Бакс немножко другую. Помни, садим. Поэтому... Беги, Игорь. Если ебаш вас. Да. Ой, ЦЗшник, блядь, билд за тобой бежит явно. Давай еби их, Игорь, еще, отнимай нахуй. Отнимай эту... Не, без негров осуждаю. Пошел. Нормально, я, просто я, на я вот этот вот момент надо страстную пас довести и все. Слева, я так скажу, вот я говорю, Никит, нужно, чтобы ты хоть чуть-чуть в полуфланге как-то иногда вбегал, потому что реально иногда мы понимаем мяч, там просто, ну там, блядь, просто пустая поляна, нахуй, сюда никто не вбегает. Вот Ваня свою бровку бравит, ты тоже чуть-чуть бровочку себе побравь. Да когда... не, не понимаю, мне во фланг открываться или в полуфланг? Вы... Типа... Не, пол... не жестко. Брат, как прав, брат, когда у меня мяч, ты в полуфланг открываешься. Ну как ЛП, ПП, в 3-2, брат, бегаешь. Хорошо. Так, вы когда перед штрафной просто... назад откатываете, я всегда забегаю там в этот момент под заброс, противоход. Да, и там они очень часто это не контролируют. Можете попробовать. Да, да, да. Там либо микро, если на тебя пас идет. Да, либо бакс. На волыну. Либо бакс, да. Бакс получается диагональный. Есть что есть бровка. Бровка, форвард есть. Может по этому же флангу вынести. Спокойно, 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 перекройте, перекройте, чтоб на. Убийца. Назад. Нормально. Все, главное, да, главное игроков забрать, да. Блять, надо долго. Не успел. Забирай. Хорошо. Цопы, цопы, ебучие цопы. Пусть они так сквозными проходят, а просто на центр бежать уже. Выше, 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 Игорь, не надо. Зря бросили. Повезло. Выжимаем опорку. Давай, 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 давай успокоим. На ЦЗ дам. Да. Ну спокойно, господи. Бля. Отбор, отбор, отбор. Дим, поставь себе кипер играть. Ну я говорю, на Никиту дал. Есть, есть. Блять, нет, Никит. Все, доставай. Вниз, ниже, ниже, ниже. Конечно. Хорошо. Тихо, тихо. Здесь пиши брать. Чембай. Хорошо. Успокойся. Есть уже неспокойно. Почему так слабо? Да не-не-не, давай, давай берем, давайте успокоим, бля, давайте законтролим мяч. Вот давайте законтролим его. Не надо забрасывать, это Франция ебаная. Бля. Так. Хорошо, все у нас оно отлично. Опускайся пониже, ну, да, в дегустациях. Не с опорником. Когда у них опорник не задействован, ты его контришь, чтобы они случайно на него не перевели и все.
Да, вот с этим бы. Ты и центрее, получается, ближе к эпизоду. Не обязательно на левой бровке играешь. Видишь, Миша играет чуть ниже, ты, получается, вообще как центр форвард сам. Все, отлично. Все, главное игроков разбить финал. Никого не отпустите. Блин. Хорошо. Спокойненько. Давайте по стенке. По стенке, по стенке. Разберите, я тут на дальке 93 возьмите капитан и все. 99. Капитан Крестик. Да, бис возьми. Хорош. Выносим? Давай направо, давай направо, 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 на волыну. Миш, забегай за меня. Волына закидывает на профиль. А, не, я проебал, мне тянет за спину. Подожди, можешь мощно по флангу. Давай. Давай, по флангу сильно. Мощный. Давай, ну. Так, так же пробуйте. Чё, блять? Назад кидаю. Я устал немножко. Я устал, потому что я под ванне забегал. Не, странно, я назад кидал. Да, я понял. Под ванне забегал. Хорошо. Возьми этого. Отлично. Серьёзно пихнул. Ну, вот это откликать наш. Да я пытался хоть что-то сделать. Перестроились на этот фланг. Стараемся во фланг выжить, не давать им центр. Особенно пасы на второй тренд. Это всю шляпу. Хорошо. Дальнего нет. Подбор в центре надо забирать. Перевод есть там позади. Все спокойно. Хорош. Понял. Бля, я думал, ты даже посочку. Блять, ну куда, блять? Я дальку сберу. Я скидку в центре. А мне подохват, ну маленький, блядь. На 11 метров останется, лишним не будешь. Хорош. Ой, хорош, блядь. Хорош, Макс. Хорошо. Попытайся, Игорь. Хорош, лезь. Что, давай. Хорош. Опа. Пробуй, сэпэн. Правый есть, прав. Вань. Есть, прав. Хорошо, нормально. Подбор. Все. Не то, чтобы поджимать, просто вот, да, вот это хуйня закрыть и все. Сыграй назад. Спокойно. Отлично. Спокойно. Не спеши, Вань. Есть бровка. Не подпихивай на них все игрока. По флангу есть, запусти. Или так, хорошо. Слева двое одни, угу. Хорошо. Ой, ебать, хорошо. Еще игры можем. Еще. Хорошо. Я на тебя не кидал. Все, подбор, мужики. Блять, подбор забираем. Отскакиваем назад. 77-я минута, тут уже спокойненько. Хорошо. Отрабатываем. Хорош Лукич. Смотрите, чтоб они не сделали полунавес на дальку. Умница. Еще Вань? Блядь. Да вы играли с этим, блядь. Все. Держи. Опорка. Опустись чуть ниже, Игорь, чтобы опорника забрать. Умница, Тём. Красавчик. Попробуй навязать. О, блядь. Сука. Опорку сейчас. Два фора до опорку возьмите. Не опускайтесь так низко. Именно опорку, чтобы они не раскатывали через них. Забрось. Есть. Хорошо. Нормально. Давай так же с опорниками. Так же с опорниками, просто, чтобы они сейчас просто цезевали, начинали вперед выдергиваться. Хорош, Макс. Отлично. Придержи, Игорь. Волнуйся. Волнуйся. Еще бегу. Ну что, страшно. Назад отскочили. Сейчас заберем здесь. Все, отлично, с вами дали. Гений, Вань, есть. Хорошо. Тихо. Внимательно. Хорошо, все. Нормально. Отлично. Просто вперед вынеси. По бровке. Хорошо. Отлично. Бля. Сейчас. 90 минут, ребят. Не летим. Подожди. Да, давай перепаркуем. Форвард, иди. Серый, иди на ПЗ. Серый, встань на ПЗ. Серый, на ПЗ. Все. Вань, беги. Ой, давай, Игорь. Хорош. Нормально, мы выиграли, ребят. Бля, какой же вялый второй тайм, пиздец, вообще. Первый хороший был, прям первый был. Да.
Ну мы немножко по счету начали просто как-то играть. Победа не пахнет, хули. Он так понял, что побольше контроля. Да. Ну все, ни разу не ударили они. Ну мы первый раз сегодня играем таким составом. Держи в курсе. И Игорь умница, молодец, брат. Да, Игорь. А, подожди, Волынь, слышишь? Смаз тоже касается. Он весь сбор захуярил, нахуй, 7. Что говоришь? Красавчик. Хорошо сыграли. Миша. Что ты говорил? Порадовал ты своего капитана. Смаз, да, умница. Опасных моментов много. А меня похвалит кто-нибудь? Там Бодекстер вообще нахуй 3 из 4 отбора выиграл. Да хорошо поиграли. Просто Лукич, кстати, Лукича фланг там долбили нормально. Лукич вообще красавчик. Да, у нас получается с Косово по единю флангу они бегали, а в этом матче они по Лукичу флангу бегали. Что в том матче, что в этом? Не, нормально сыграл. Это амбидекстер просто придает, понимаешь? И ебет пока, ебет. Иван, ты не ходили вернуться в чат сборной? Я? Да. А то, что стерхер добавишь, вышел. Нам вас не хватает. А ты статистику сделал этого матча? Да, да, да. И яркий момент, этот же гол. Да, да, матч. Там один гол, как раз один момент. Ну вот, заебись. Да похуй, он, главное, он вышел реально дефолт. Нет.